Всем привет! Наткнулся на просторах интернета на еще одну тему оформления главного экрана, помимо вот иконок контактов, как вы помните, или доступа к быстрым приложениям. Тема выполнена оператором Orange для телефонов, которые были в их системе, но умельцы уже портировали это в отдельный файл SIS, и уже мы все можем пользоваться и на Nokia 5800 и 5530. Итак, что же заключается? Видите, сбоку даны иконки приложений, можно кинетически прокручивать их. Видите, сообщения, например, тоже листаются. Можно добавлять свои в опциях. Вот, берем добавить. Загружаться должен список. И вот любое из этих приложений, ну вот возьмем блок. И вот назад нажимаем, и вот он появился. То есть вот, и если нажать, то вот раз и загружается приложение. Но я думаю, из приложения мы выйдем. И смотрите, также здесь контакты есть доступ. И доступ к набору номера. И я думаю, наверное, сейчас я с этой темой оформления и буду ходить. Потому что здесь можно, видите, несколько добавить то, что именно мне нужно. И, ну, я разберусь. И вот очень интересная тема оформления, еще раз повторю. Ну все, всем пока.